Доброе утро, Рекс. Проголодался маленький. Пойдем, я тебя покормлю. Вот, держи, кушай, пожалуйста. Молодец. Кстати, мы давно тебе не чистили зубки. Сейчас покушаешь и пойдем на процедуры. Кстати, насчет зубов. С утра никого не видела в ванной. Опять, наверное, забыли все дружно почистить. Макс, только встал, уже за компьютер. Ты зубы не забыл почистить? Нет, мам, не забыл. Я чистил. Ну-ну. И так самое красивое. А сейчас еще накрашусь, буду еще красивее. Катя, доброе утро. Прежде чем краситься, нужно почистить зубы. И так будешь красивая. А вот когда зубы все сгниют, там уже никакой косметикой не исправишь. Мам, я не чистила зубы. А знаешь почему? Потому что Макс моей зубной щеткой вчера свои белые кроссовки мыл. Ясно, ясно. Что ж ты мне сразу-то не сказала? Вот, мам, смотри, что с ней стало. А сразу не сказала, потому что тебя дома не было, когда я это узнала. А потом забыла. Вот. Да, вижу, Катя. Видимо, кроссовки у него после этого были очень-очень белые. Ладно, разберемся. Рекс покушал? Пойдем чистить зубы. О, Даник, доброе утро. Ой, ты мой маленький молодец. Самый первый в ванну чистить зубы. Я просто стоматолога боюсь. А если чистить зубы два раза в день, то зубы не сгниют. Мам, а зачем здесь Рекс? Ты его купать, что ли, будешь? Нет, Даник, Рексу тоже время от времени нужно чистить зубы. Ух ты, а у него что, и паста, и щетка своя есть? Конечно, Даник, ну а как же? Не пальцем же я буду чистить ему зубы. Рекс, открывай пасть. Вот, смотри, специальная для животных зубная паста. А это его щетка. Пошире, пошире, Рекс, давай. Возьмем горошинку зубной пасты и начинаем чистить. Вот так, молодец. Здорово, мы с Рексом вместе чистим зубы. Эх, жаль, что Дианка не может почистить. Даник, в смысле не может почистить? Почему? Что у нее случилось? Потому что Макс ее щеткой чистил свои кроссовки. Так, а это уже перебор. И у Кати, и у Дианки, что ли? Ладно, Рекс, ну все, ты свободен. Ну а я пойду дойду до нашего Максима, просто обожающего белые чистые кроссовки. Особенно чистить их чужими зубными щетками. Итак, Максим, оторвитесь, пожалуйста, от экрана вашего ноутбука и ответьте мне на два вопроса. И что-то мне, мама, ваш тон не нравится. Никак что-то узнала. Что случилось, мама? Во-первых, Макс, ты мне наврал. Ты сказал, что чистил зубы, а твоя щетка как новая. Она абсолютно сухая. То, что она как новая, обозначает, что зубы ты чистишь раз в месяц, дай бог, потому что мы давно уже ее покупали. А то, что сухая, значит, ты ее с утра в руки не брал, иначе она бы не высохла. Мам, да ты прям Шерлок Холмс. Я, наверное, забыл или перепутал с другим днем. Давай щетку, я сейчас схожу и почищу. Вот и не угадал. Я сейчас твоей щеткой пойду и почищу свои черные туфли. А? Это же можно делать у нас в семье. Брать чужие щетки и чистить ими обувь. А, Макс? А, да, мам, я думала, это уже старая щетка была. Она такая лохматая, и я ее взял. Думаю, ну что, если она старая, я же ей могу почистить кроссовки. А оказалось, что это Катя зубная щетка. Хорошо, а спрашивать ты не пробовал? А как насчет Дианки, а? У нее тоже была старая лохматая зубная щетка? Ну, Катя увидела, как я чищу ее щеткой. Она сказала, что это ее, я ей отдал. А кроссовки-то мне надо было чем-то дочистить. Я пошел в ванну и нашел другую старую щетку. Почистил ей. Тут приходит Диана и говорит, что это щетка ее. Ну вот так и получилось как-то. Зато смотри, какие у меня кроссовки белые. Как ты и просила помыть, я помыл. Ага, вот так, значит, мы делаем. А теперь ты берешь свои накопленные денежки, идешь в магазин и покупаешь Кате и Дианке по зубной новой щетке. Только перед этим ты идешь и чистишь зубы. Как на накопленную, мама? Я же не на щетки копил. Я сейчас все истрачу. Нет, давай ты мне дашь денежек, а я сбегаю в магазин. Ну а почему я-то? Разве я испортила их щетки? Нет. Ты должен прочувствовать, что так делать не надо. Поэтому деньги будут твои. Давай быстренько бери щетку и иди чисти. А потом сразу в магазин. Так вообще не честно, блин. Все, что накоплено, таким трудом. Я сейчас проще сделаю. Я не буду им дорогие щетки покупать, а куплю самые-самые дешевые.
Мама же не сказала, что такое же надо. Ха-ха, у меня уйдет совсем немного денег на это. Так, ну и где тут у нас зубные щетки, а? Как круто здесь лежит вот эта подушечка. Может выиграть? Их, тогда у меня совсем не останется денег на зубную щетку. А может один разочек? Ладно, сначала посмотрю, сколько щетки стоят. И какие они вообще есть здесь. Ха-ха, а это что такое? Это у них что? Пупики? Или нет? И я ничего-то не то подумал. Это какие-то новые животные из мультика, что ли? Так, это точно корова какая-то. А это слон. Ха-ха, прикольные. Зубная щетка? Да ну! А где она тут спрятана? А чем тут чистить-то? Ха-ха. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а вот те смешные животные, это зубные щетки, что ли? Там почему-то так написано, но там щеток нет. Чем чистить-то зубы? Здравствуйте, я и сама не знаю, только сегодня привезли. Они и правда какие-то странные. Давай с тобой посмотрим. Мне кажется, зубные щетки находятся у них в головах. Это как крышечки. Ой, а это что за кнопочки? Я даже не знаю. Вот и мне стало интересно. Какие клевые! А сколько они стоят, скажите, пожалуйста? 60 рублей одна штучка. Эх, не такие дешевые. 60 плюс 60 будет 120. У меня 150. Эх, на игру не останется. Ну ладно, так охота посмотреть, чьи-то за щетки. Мне кажется, Кате Дианке понравится. Если не понравится, то мне они уже понравились, причем обе. Я возьму две, пробейте, пожалуйста. Да, конечно, сюда на ленту подходи. Это слон. Зубная щетка детская. Ха, нажми на кнопку, чтобы щетка выскочила. Так вот, зачем эта пипка? У слона. А вот и корова вам. Вот это прикол. Ха-ха, как здорово все получается. Я еще над Дианкой и Катей поприкалываться смогу. Так, спасибо большое. Мам, я сходил в магазин и купил зубные щетки. Вот, смотри. Ух ты, круто, Макс, покажи. Макс, ты что, смеешься, что ли? Что это за смешные животные? А что это у них такое за пипки тут? Мам, Макс купил какие-то приколы. Он над нами издевается. Да какие приколы, Диана? Ты что, читать не умеешь, что ли? Написано же, зубная щетка. Ага, а где она тут? Внутри животного, что ли? Еще раз читать научись. Тут сбоку написано. Нажми на пипку, и щетка выскочит. Какой ужас. Не буду я на их пипки нажимать. Что у вас? Ай, тут опять за балаган. Макс, это что, зубные щетки, что ли? Да, мам, это зубные щетки, они нормальные. Просто немножечко смешные. Представляешь, чтобы достать щетку из этого животного, нужно нажать на пипку, и она выскочит. А Дианке не нравится. А давайте уже распакуем, я посмотреть на них хочу. Боже мой, какие пипки. Ой, срам какой. Какие животные. Я попросила тебя просто сходить в магазин и купить две обычные зубные щетки. Не, мам, про обычные ты ничего не говорила. Ты сказала просто две зубные щетки. Я дело выполнил и купил. А дальше сами смотрите. Не хотите такими чистить, так не хотите. Я бы себе корову забрал. Ну или слона. А можно обе про запас. Стоп, 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 стоп. А мы тогда чем чистить будем? Твоими? Интересненько. Давайте распакуем и посмотрим, что это он купил. Мне кажется, это точно не простые зубные щетки, а зубные щетки из какого-то магазина приколов. И неизвестно еще, что из нее там выскочит. Ну, Макс, смотри мне. Какие они прикольные. Что слон, что корова. А, Макс, особенно слон. У него такое странное выражение лица. Ага, осталось проверить, каким это образом они нам будут чистить зубы. Ну, Макс, давай протестируй. Нажми на пипку и посмотрим, что и откуда вылетит. А чё я-то? Давайте сами. Это же ваши зубные щетки, ну? Ага, значит, это точно что-то другое. Давай, нажимай. Вот Фома неверующий это. Сейчас. Так, ну-ка, где тут пипка у коровы? Нажимаю. Ой. У неё шея выросла. Да. И это весь прикол, что ли? Каким это интересным местом здесь я могу почистить свои зубы, а? Я так и знала, что это игрушка просто. Мама, он опять нас обманул. О-о. Катя, да подожди, это реально зубная щетка. Давай попробуем слона. Нажимаем на пипку и... Бабах. И, а что за прикол-то? Так, 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 так. Макс, ты у продавца спрашивал, что это такое? Да спрашивал я. Зубные щетки это. Даже на упаковке написано. Посмотрите, здесь есть инструкция. А-а-а. Снимите голову со щетки, нажмите на кнопку, и вот она.
Мы немножко неправильно сделали. Так, давай, Дианка, стаскивай голову слона, а я стащу с коровы тогда. И там должна появиться зубная щетка. Честно-честно, так в инструкции сказано. Ну вот она. Смотрите, какая прикольная. Еще и с розовым. Для девочек. Точно. Крутая. Спасибо, Макс. А у меня голубенькая. Ну и что? Я люблю голубой цвет. Прикольная. А, ну что, поняли, поняли? Это зубные щетки. Да еще и здоровские такие вам купил. А им все не нравилось. Ну что, мам, я прощен? Ладно, ладно, Макс. Только запомни, пожалуйста, нельзя брать чужие зубные щетки. Если ты видишь, что она старая, нужно спросить у всех членов семьи, не пользуется ли ей. И если она уже не нужна, только тогда можно чистить ей обувь. Ты меня понял? Понял, понял, мам. А можно мне денежек немного? Я свои все потратил. Я тоже хочу такую зубную щетку. Мам, ну пожалуйста, пока они в магазине есть. Такие прикольные. Ладно, только купи еще и Данику, чтобы у всех были такие. Ой, только вы опять все перепутаете. Подпишите тогда каждую, где и чья будет. А, спасибо, мам. Конечно, все сделаем. А я хочу сама попробовать. Ну-ка, зубная щетка, вылетай. Прикольно. Так, а моя, значит, корова. Готово. Здорово. Пойдем, Дианка, почистим зубы быстренько. А я тогда быстренько в магазин, потом присоединюсь к вам. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дреналка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. А вы чистите зубы 2 раза в день? Нужно. Обязательно. И не забывайте, что у нас есть еще канал на Рутюб и на Яндекс.Дзен. Мы ждем вас там, друзья. Точно, да. А ссылочки на наши каналы есть в описании под видео.